Отлично. Еще один троп искателя хранилища. Красавчик Джек свою работу любит. Подожди минутку. Ты еще дышишь? Да! Наконец-то я смогу убраться с этого ледника. Железяка, твои метафорические паруса наконец показались на горизонте. Позволь представиться. Я робот дворецкий, CL4TP. Но друзья зовут меня просто Железякой. Ну или звали бы, если бы они были живы. Или вообще существовали. Оу, у меня для тебя кое-что есть. Вот, возьми этот эхо-коммуникатор, который я вовсе даже не украл. Он оснащен дисплеем 12 класса и мини-картой. Ну, пойдем, дружище. Не будем торчать на улице. Блин, вот это круть! Теперь, когда я встретил могучего искателя хранилища, я смогу попасть в убежище и вступить в ряды повстанцев и отомстить Джеку за то, что он закрыл мой родной завод и, наконец, починить свой центральный процессор, чтобы перестать думать вслух. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы у меня был тупок. Скоро я тебе все объясню, а пока запомни, тебя ждут великие дела, а я просто хочу тебе помочь. Отлично! Мое умение преодолевать короткие дистанции, не умирая, заставит красавчика Джека заживать полотенце. Откройся! Так будет безопаснее. Следует держаться подальше от портаплюев, а то и с глазами можно распроститься. Сбрасывать здесь всех убитых, преступников, искателей, моих братьев-железяк. Если это прозвучало слишком весело, то во всем виноваты программисты, поставившие мне этот голос. На самом деле, крайне вручную. Да, местные твари опасны. Но опаснее всех портаплюй по кличке Громила. Он убил всех моих знакомых. Кстати, там в шкафу. Я держу пистолет на всякий случай. Но здесь нам ничего не угрожает. Когда-то четверо искателей навсегда изменили судьбу Пандоры, но их время прошло, и теперь Пандоре нужен новый герой. И я знаю, что этот герой ты, а не красавчик Джек. Ну, если не считать чудовищной боли, то все просто замечательно! Я так долго ждал появления могучего воина, который защитит меня в путешествии к убежищу. Я буду твоим мудрым повелителем! А ты будешь мне прислуживать! Отлично! Сейчас я открою эту дверь, и мы с тобой поохотимся на вордоплюя! Мой зрячий слуга, если заметишь на моем пути преграду, сообщи. Не теряй робота из виду. Он поможет тебе добраться до убежища. Только там ты будешь в безопасности. Меня, Сквайр!
если мы не найдем мой глаз, то никогда не доберемся до убежища. Маленького робота, ты сможешь добраться до убежища, последнего места, которое еще не покорилось Джеку. Только там ты будешь в безопасности. Найди убежище. Эй, ты зашел? Ты что там дерешься? Отлично! Теперь забери меня отсюда, пока мордоплюи не добежали. Большое спасибо, дружище! Вперед! Привет, малыш, это Джек здесь, президент Гипериона. Да послушай, я тебе объясню, как у нас тут заведено. Появляется искатель хранилища. Искатель хранилища ищет новое хранилище. Искатель погибает. А видишь ли, в чем тут загвоздка? Ты еще среди живых. Так что сделай одолжение, покончи с собой, это было бы круто. Спасибо, хомячок. Откройся! О, мой глаз только что включился. Я вижу своего сурового слугу и невероятно привлекательного робота. А это значит, что ослепивший меня уже совсем рядом. Поможет мой старый приятель Хаммерлок с айсберга лжеца. Алон Си! Эта гипелионская баржа мешает нам выйти к айсбергу. Может, срежем? Ха! Это же гипелионское железо! Даже ребенок справится! Откройся! Вторжение. Активирую замки. Ну, рад был познакомиться с тобой. Говорят, что быть сожранными заживо мордоплюями не худший способ умереть. Позволь, я тебе помогу. Провожу фазовый сдвиг. Не за что. Маленькие радости искусственного интеллекта. Я подключена почти ко всем устройствам на планете. До убежища далеко, так что возьми с собой все необходимое. Слуга, дай мне знать, когда ты захочешь встретиться с сэром Хаммерлоком. Будь начеку, слуга. Здесь всеми командует бандюга по имени Капитан Флинт. Этот мерзавец несколько месяцев развлекался, пытая меня. Мы придумывали разные игры, например, вернись от паяльной лампы и не дай окунуть себя в кислоту. Первую я играл просто отменно. Жители Пандоры, внимание! Я, красавчик Джек, предлагаю $1,000,000 тому, кто принесет мне голову искателя хранилища.
который только что прибыл в айсберг лжеца. А, кстати, награда за Роланда, кровавого главаря алых налетчиков, все еще в силе. Удачной охоты, разбойнички! Миллион баксов? Так, парня! Говорит капитан Флинн, найдите этого искателя и приведите его ко мне немедленно! Искатель, у меня к тебе предложение. Ты сдаешься, а мы стреляем тебе в голову. Это быстро, чисто и совсем не так мучительно по сравнению с тем, что придумал для тебя красавчик Джек. Да что с вами такое, парни? Раздавите эту мокрую курицу, и награда наша!